26 августа в Каспийске прошел общегородской субботник. В нем приняли участие представители администрации предприятия, образовательные учреждения, детские сады и другие различные организации, расположенные на территории города. Субботник наш сегодняшний вообще посвящен в рамках подготовки уже к началу учебного года, к сентябрю. Образовательные учреждения, государственные учреждения, госучреждения проводят субботники у себя, в прилегающей территории. Между другими учреждениями город тоже разделен на зоны. То есть, есть несколько учреждений, кому, допустим, поручили там Ахметхан Султана. И вот так город разбили на зоны, а учреждения у себя проводят субботник. По словам руководителя МБУ «Зеленый город» Магомеда Багамаева, для проведения масштабного субботника привлечено 7 единиц сторонней городской техники. Отметим, что проведена на объектах следующая работа: ремонт, покраска зданий, очистка территории от мусора, уход за зелеными насаждениями и многое другое. Кроме того, активное участие в субботнике также приняли образовательные учреждения. Это детские сады и школы, которые с самого утра приводят в порядок прилегающие территории. В общегородской уборке приняли участие и заместители главы Сергей Шахвалиев, Арсен Шерифов, Гусейн Анкилов и Руслан Учакаев, а также советник главы Каспийска Рамазан Халилов. Стоит подчеркнуть, что представителями администрации был проведен субботник на 12 общественных территориях.